Что ж, здравствуйте, товарищи, с вами вновь Сет, это вновь безумный Mass Effect 3, вновь Тучанка, собственно. Продолжим мы проходить миссию Турианского Примарха, собственно, и его сынка. Найти бомбу, найти и обезвредить. На этот раз мы будем сражаться с Цербером, поэтому возьму я с собой, как всегда, Лиару и Гаруса. Потому что, не знаю, возможно, на самом деле имеет смысл, опять же, взять Джеймса и Гаруса, потому что... Не знаю, Лиара такое себе. Ну, нет, в принципе, Лиара нормальная. У нее сингулярность, все дела. Все очень хорошо, тем более, можно будет ее сейчас апнуть, посмотреть. А что у нее новенького? Ну, 4. Сильно на 4, конечно, не разойдешься. Где бы ей поменьше КД-деформации сделать? А, я уже смотрел то, что это последняя ветка, да? Так, ну и что тут у нас? Урон и урон от взрыва. О, это хорошо, кстати, сила увеличивается на 50%, это клево, да. Это то, что нужно, к тому же скоро 42 уровень. Сколько мне, интересно, очков за уровень дают, надо будет посмотреть. А у меня 0 сейчас. Итак, челнок Нормандии, я лейтенант Виктус, 9-й взвод, как слышно, слышу вас, 9-й взвод. Мы приближаемся к бомбе, как там, но тут сильно трясет. Дальше нам не пройти, лейтенант, нужно найти место для высадки взвода. Так, точно, расскажите о бомбе Цербера. Эта бомба не Цербера, капитан, она турианская. Как это турианская? Ее заложили много веков назад после восстания Кроганов. Бомба была страховкой на случай новой галактической войны. Жестоко, но в этом есть резон. Ну, возможность осадить Кроганов, если они примутся за свое. Опять-таки, какого хрена они переводят слово «ризон» как «резон»? Ризон — это смысл. В этом есть смысл, а не в этом есть резон. Это что, блин, новый русский, что ли, какой-то, который... Где тогда твои блатные цепи, Гарус? Логично, для честной игры не хватает доверия к Кроганам. Сейчас важнее обезвредить бомбу. Да, но ее нашел Цербер. Если она взорвется между нами и Кроганами, начнется война на уничтожение. Но на самом деле не начнется, потому что... Ну, я делал так, чтобы взрывалось, и... Просто, скажем так, готовность войск Кроганов сильно падает. Раза в 2, наверное, даже больше. Раза в 3. Ну что ж, Цербер, кстати, вот это вот. Сейчас будет довольно жесткий момент. А, патроны-то я забыл поставить. Так, ну ладно, с этими разберемся. Так, видите, тут все херачит, ни хрена не видно. Еще и я тут свои взрывы добавляю. На самом деле не уверен, то, что здесь всем можно попасть в эту фигню. А, в смысле, под обстрел этих... вот этих вот артиллерийской... бомбардировки, или как это называется. Но, по-моему, нельзя. Ну и что, Лиара, почему она не кинула? Почему она вообще так далеко? Я ей сказал кинуть сингулярность, и теперь... А теперь все будет не так весело. Так, от деформации должны взрывы увеличиться в размере, да? Больше стало? Не знаю, может, чисто визуально и стало больше. Куда ты уворачиваешься? Уворачивается он, смешной какой. Блин, где еще враг? Так, ну это, кажись, все. А самое смешное, знаете что? То, что вот мы дошли до конца. И обстрел закончился. Они что, по нам стреляли? И кто это вообще стрелял? Этот стрелял Цербер. Значит, они стреляли по своим. Или это стреляли Кроганы? Тогда почему они перестали стрелять сейчас? Я, в общем, немножко не понял этого момента. Как только доберемся до бомбы, что-то там... Клык. Вы видите вообще здесь винтовку, чтобы она лежала? Я просто увидел этот хитбокс ее, типа. Тихо, не буянь. Я тут что-то подобрал. Съемный штык для дробовика. Got it.
Так. Да взорвись ты уже. Ах ты, сучка, он установил все-таки турель. У турели есть одна прикольная особенность. А, не взрываться. Взрываться — это ее лучшая особенность. А этот... А, то, что... Как ты выжил-то после такого? А, у нее довольно удобное бывает расположение этого. Вот этого ящика слева, типа патронтаж, где находится. Так, а где еще враги? Что-то я не... А, боевой инженер. Он там устанавливает, поди, турель. Люблю смотреть. А, устанавливает, конечно. Но благо мы с этим можем справиться. Довольно легко. Одна турель уже не представляет. В начале игры, да. Сейчас уже... Сейчас, на самом деле, я не могу сказать даже, что мне представляет опасность какую-то. Мы побеждаем Кроганов и устанавливаем на их планете бомбу. Довольно сурово, но ведь и времена были суровые. Столько пережили, а потом всего лишиться. Это чудовищно. Ух ты, смотрите, консоль. Ух ты, смотрите, патроны. Пуловые. Я на самом деле аптечку ищу. Хочу опыта, хочу левел, все дела, но мне что-то не дают. И по жизни не дают, и в игре не дают. Как-то печально все это. О, улучшение просто так раскидано, это самое, блин, пистолет-пулемет. Так, капитан, нам ведут... Что-то там по нам ведут огонь. Меняю маршрут. Так, точно, отряд... Отряд Арго. Протокол детонации практически запущен. Всем частям задержать Шепарда. О, аптека. Это приятная тема. Оп. Оп, вот, значит, 4. 4 за один левел. Но, к сожалению, мне этого не хватит, чтобы прокачать... Поглощение энергии, скорость перезарядки. Ну, опять-таки, 2.46. Да, мне нужно по-любому, потому что щиты восстановлены на 100%. Это оно того стоит уж. Это факт. Чет, пистолет, прицел. Можно, на самом деле, читать, вот, когда наводишь, типа, сверху написано, что это за улучшение. Но у меня привычка, типа, увидел улучшение, скорее хватай его. Ну, да. Эвакуироваться не всем удастся. Так, подожди-ка. А, всего лишь генератор. Сербер уходит. А почему он не взорвался, я не понял. Почему-то не взорвался. Вот этот взорвался. Я кого-то... Кто-то успел у них, по-моему, спастись. Один там сидел в кабине. Или нет. Думаю, что да. Ну, тут на самом деле большой разницы нет. Поверить не могу, что она так долго оставалась незамеченной. Наверное, она была глубоко под землей. Серберу пришлось ее выкопать. Надеюсь, Виктус знает, что делать, права на ошибку нет. Нужно идти. Капитан, мы уходим на расчищенную область, двигаюсь к пункту чего-то там. Принято, идем по плану. Вот музыка, на самом деле, которая сейчас играет, она явно сперта с какого-то другого уровня, возможно, с какой-то другой... А даже части, то ли со второй, может, с третьей, я не знаю. Ну, не с третьей, а со второй или с первой. И она совершенно не подходит под этот уровень, под тучанку, под бой с Цербером. Вот, не знаю. Сука, да что ж ты не умираешь-то?
прикольно болтается, как сок. Подождите. 2000 кредитов. Нельзя просто так оставлять. Давайте, кстати, посмотрим кое-что. У меня примерно треть одной полоски. Одна полоска, это, я так понимаю, 20%. Раз, два, три, четыре, пять. Да, 20%, значит, 300 опыта. Это примерно 2/3 полоски. Значит, примерно 13%. Значит, мне нужно примерно 8 хреновин, чтобы поднять левел. Ну, как вы понимаете, таким образом за одну игру можно собрать довольно много таких хреновин. Я упомянул управление, капитан Церберус минует программную защиту механизма, мне нужно обойти ее, это займет время. Но, как говорится, нет взрывателя, нет взрыва. Вы уверены, что сможете отключить? Да, это знакомая мне модель, я знаю, что делать, дайте мне несколько минут. Мой отряд рисковал, что вы сюда попали, лейтенант, не ошибитесь. Я знаю, что на кону, капитан, и спасибо за то, что дали мне эту возможность. Главное, не ошибайтесь, солдат. -1. Командор, занимайтесь боем, мы разберемся с Цербером. Ну да, сейчас будет стандартное отражение волн. В смысле клир? Я как минимум на радаре еще одного врага видел, а они говорят клир. Ни хрена себе клир. Вот это тот чувак, у которого голова лопнула сейчас, по-моему, не считает, что у них там все клир. Так, где там это говно центурионское? Да, перестань. А ты как там оказался, придурочный? Блин, пустили свое дерьмо все-таки, которое я ненавижу. И с Центурионом я так не это... Центуриона не попал в итоге. Ну, видите этот баг, то что когда их... берешь в сингулярность в воздухе, они так не круто делают. Неплохо. Вот и все. Там, по-моему, кто-то высадится еще хочет, ребят. Я только что на изичах вообще разобрался с вашим этим. Да, тем мне будет хуже умирать на самом деле от обычных солдат. Попал, по крайней мере, по кому-то. Еще есть? Да, еще один, но я его совершенно не вижу. Кончился. Да, миссия оказалась довольно коротенькая, на 13 минут. Спиритс. Ну, давайте посмотрим, по крайней мере, героические свершения. Отключите, нет времени. Мне нужно отсоединить взрыватель немедленно. Ну и... вот это синдром Mass Effect, как я его называю, когда у нашего главного героя должна быть пушка мотыга в руках, а у него почему-то М8 становится. Непонятно. Непонятно. Ну, в общем, он лезет, что-то поднимает. Ну, в Mass Effect любят вот такие вот штуки. Что-то покрутил, что-то вставил или наоборот вытащил. И естественно, классика жанра, то, что одно дерьмо заело. И это такая огромная металлическая конструкция, которая держит многотонную бомбу. И как он ее будет чинить? Давайте посмотрим. Естественно, рукой сначала оторвал металлическую хрень, а потом вытаскивает стержни.
Mass Effect любит стержни. Победа любой ценой. Вот. Ну, на самом деле, я думал какое-то время, что его можно спасти тоже, но... Как оказалось, его нельзя спасти. Да, детонатор взорвался, но сама бомба при этом осталась невредима. Как мы видим, маленькая довольно бомба. Но я думаю, то, что с их технологиями такая маленькая может полпланеты расхерачить. С технологиями турианцев, естественно. Капитан, я перехватил радиопереговоры кроганов на планете. И что? Похоже, они начали охоту на оставшиеся войска Цербера. Я бы не хотел оказаться тем парнем, что расскажет им о сюрпризе. У вас там все в порядке? Похоже, что вам здорово досталось. Много турианцев погибло, Джокер. Среди них сын Примарха. Как будто нам есть до этого дело. Понял вас, капитан, конец связи. Он не колебался ни секунды. Какой бы ни была его жизнь до этого, запомнит его героем. Что скажут об этом турианцы, Гарус? Сложно предугадать жертвы, обычно дело на войне, его поступкам можно гордиться, но наш народ трудно удивить. Посвятить свою жизнь делу, общество превыше всего, взвод превыше всего, мы ожидаем это от каждого. Когда понадобился, он сделал то, что должен был. Да, сделал. Вот такая вот безрадостная у него получается смерть. Хорошо сработали на Тучанке, капитан. Обезвредив бомбу, вы предотвратили войну между турианцами и кроганами. Допустить такое сейчас никак нельзя. Джокер сказал, что кроганы занялись бомбой. Они взяли все под контроль, не разрешают турианцам даже приближаться, чтобы помочь. Их можно понять. В данный момент мир очень хрупок. С Рексом и Примарком на борту Нормандии ситуация не из легких. Между этими двумя пока нет согласия. Обеспечьте мир, капитан. Это приказ. Yes, sir. Так точно. Он сказал yes, sir. Нельзя допустить еще войны с Кроганы. Еще одна галактическая. Генофага было недостаточно. Вы еще и бомбу закопали на моей планете. Это решение было принято несколько веков назад. С тех пор все изменилось. Но недостаточно, чтобы рассказать нам о бомбе, трусы. Вы оба ошибаетесь. Жнецы уничтожают галактику, а вы хотите драться между собой? Примарх, вы заложили бомбу на Тучанке. А ты, Рекс, на месте турианцев не поступил бы так же? Шепард. Хватит, его сын погиб сегодня, пытаясь все исправить. Пожалуйста, капитан, не надо. Да, я понял, Шепард, у нас есть общий сильный враг. Да, это так. Да, это так. Я понимаю ваши опасения, надеюсь, сейчас и вы понимаете, зачем вся эта секретность. Вы сохранили это в тайне и поручили сыну командовать, он не мог справиться. Да, вы правы, капитан, была ошибка не доверять вам, теперь я это понимаю. Ну, а он этот приказ отдал уже когда стал примархом, да, вероятно. Мой сын погиб, не потеряв уважения своих солдат. Я хочу поблагодарить вас за это. Его жертва будет отмечена в хронике 9-го взвода. Любой отец гордился бы этим. 9-й взвод, это у них типа 9-я рота или типа того. Чё там у меня отступник, очки репутации и немножко кредитов кто-то дал. Блин, даже дополнительных этих от турианцев не поступило. Чёрная стража. Отряд особого назначения, составленный из чрезвычайно опытных бойцов. Ему обычно поручают задания, от которых зависит безопасность Палавена. Сейчас чёрную стражу вызвали с родной... планеты приказом примарха Адриена Виктуса. Он хочет использовать военную элиту в менее безнадежных ситуациях. Большинство операций отряд засекречено, но известно, что процент их успешного выполнения выше, чем у любого другого воинского подразделения турианцев. Ходят слухи, что до получения звания Спектра Сарен Артериус тоже служил в Черной Страже. Тем не менее, это кажется маловероятным, если вспомнить о его возрасте на момент вступления в армию. Да, было бы прикольно, конечно, вспомнить о его возрасте, только тяжело вспоминать то, о чем ты не знаешь. Я, например, не знаю, какой у него там был возраст. О, он сказал то, что инженер Адамс ждет меня в главном инженерном отсеке. А что он, интересно, хочет? Попросить, наверное, что-нибудь? Я же недостаточно этим инженером улучшал корабль, покупал всякие плюшки за свой счет. Иди не пилотирует Нормандию, она и есть Нормандия. Нет, она просто пассажирка на Нормандии, совсем как мы. Этот корабль летал в космос, когда Иди еще даже не создали. Инженер Доннелли прав, Нормандия СРП могла летать в космос и до моей установки.
Видите, Иди согласна со мной. Сейчас разум Иди и Нормандия стали одним целым. Нельзя переставить процессоры ядра Ии на другой корабль. Инженер Адамс прав. Формирующие мое сознание процесса распределены по всему кораблю. Смотрите, Иди согласна со мной. Но в отличие от Иди, наши мозги не могут существовать отдельно от тел. Это потребность органика. Тебе нужно расширить определение жизни. Джокер пилотирует Нормандию, ему для этого не нужно тело Иди. Когда Иди управляет кораблем, она становится просто пилотом, как Джокер. Ну и по кругу пошел, ну поддержим Адамса. Иди может управлять Нормандией силой мысли, она видит, слышит и чувствует при помощи сенсорных систем корабля. Нормандия ее тело. Я видел тело Иди, его изгибы и округлости будут поприятнее, чем корпус Нормандии. О чем ты думаешь, Иди? Если о чем-то, кроме что-то наших мыслей. Ну все, хватит, вы сейчас сорвете мой мозг. Я не заметил, мне справа что, дали очки этого, что ли? С вами хотел поговорить Адамс. Капитан, я рассказал об этой проблеме, о том, что в случае перегрузки ядра произойдет просачивание в инженерные отсеки. Дэниелс и Доннелли, Иди и я устроили мозговой штурм. Видите ли, сброс плазмы, бла-бла. Чего вам надо, короче? Сброс плазмы. Нужна термотруба. Все, так вы сказали. Зачем нам это? Да надо, надо сброс плазмы. Я понял, все. Надеюсь, это нам по карману. С этими, кстати, диалогов теперь нету, они просто говорят, с этой балансировкой иногда убиться можно. А ты калибруй. Шепард. Шепард. Почему он обращается ко мне, Шепард? Охренело совсем. Шепард. Тоже мне, блин, уже что-то совсем этот, подчиненные оборзели. Я на самом деле не знаю, может можно прямо в доке. Слушай, если твой челнок весь из себя такой замаскированный, чё ж тебя стреляет постоянно? Маскировочные системы скрывают только высокую температуру и основные выбросы. Датчики нас не засекнут, а засекут, вот если кто-то посмотрит вверх, маскировка конец. Пора обновлять. Большая часть сканеров и следящих систем на средних частотах не работает. Может нас стреляют, зато не сбили пока. Угу, но нам повезло, что ты почти так хорош, как сам о себе возомнил. Да, так и есть. Я не знаю, может, можно прямо здесь купить им это говно. Кормушка для рыбы от Цербера. Арсенал для штурмовой винтовки. Кстати, урон на 17,5% увеличивает. Что тоже неплохо, наверное. А, это запросы спектра, наверное, да? Нет? Не запросы спектра. Потому что в прошлой части все эти плюшки покупались по разным магазинам, раскиданным на цитадели и все такое. Но как это сейчас делается, я не знаю. Вот, кстати, клевая броня Инферно для инженера. Восстановление умений, урон от умений. Ну и для биотика, судя по всему, тоже. Но, блин, если бы можно было шлем с нее снять. Но без шлема она, к сожалению, не идет. И вот тот мне опять-таки очень не нравится. Поэтому я никогда не пользуюсь такими наборами брони. Они могут быть даже профитными, но... Ну, броня дракон — это вообще полное издевательство над вселенной. Терпеть не могу такое дерьмо, когда... Ну вот что это? Понятно, что они типа Dragon Age, все дела, но пошли они. Рыба, амортизатор. Не, видать, придется покупать как-то... самому. Повышает урон умениями. А, это для пистолета, пулемета. Ну да. Придется, видать, лететь. Куда-то далеко, чтобы купить это дерьмо. Рекс настоящий сорвиголова. Спорю, он там много интересных историй может рассказать. Да, половина его историй со мной. Мордин — это что-то. Он губами шевелит быстрее, чем лягушка на сковородке лапами. Клевое сравнение, чувак. Местами Тучанка мне напоминает родную пустыню. Ящерицы и червяки покрупнее, но в целом весь этот песок и все такое. Жаль Тарквина, он уже начинал мне нравиться. Да ты же... Да ты... Нет, он его знал, да, на первую-то миссию со жнецами я его взял. Хей. Давайте с Евой попробуем поговорить. Надо же как-то хронометраж забить. Хотя, в принципе, уже 24 минуты. Задание выполнил за 13 минут, и еще хреновую кучу просто так слоняюсь. Ничего не делаю, считай. Так что пора заканчивать.
Доктор, мне бы хотелось послушать песню. Снова пытаюсь найти скорость распада аминокислот. Вы сказали, что споете, когда будут результаты анализа. She is the Krogan Queen, hurrah, hurrah for the Krogan Queen. And it is a glorious thing to be the Krogan Queen. Still prefer patter songs? Of course. I really had to twist your arm. Хм, я тоже вот не помню, чтобы он пел. Ну, вроде бы этот диалог я слышал раньше, но... Он здесь не прикольно пел то, что он стоял на месте. То есть, помните, когда во второй части он пел, он такой ходил по своей этой, там и руки вверх поднимал, и все такое, а тут он стоит на месте и якобы с эмоциями что-то поет. Кто мне... Это что, огромная кофеварка, что ли? Там стоит кружка кофе в какой-то машине. Что это? Для чего? Что? Это то, чем ты занимаешься, Мордан? Делаешь кофе? Мордан. Как Мордор. Мордин. Something else, Commander? Я не понимаю, я что, все что ли? Thanks for talking. It's my pleasure. Потому что совсем мало осталось вообще-то миссии перед последней миссией на Тучанке, чтобы она это... Ну, чтобы с ней поговорить. Ну, судя по всему, я уже... Надо было с ней поговорить всего один раз, просто я помню то, что пару раз она не называла мне свое имя. Все еще ищешь ли ответ у Протеан? Это сработает, Рекс, нам просто нужно закончить строительство Горна. Хотя мне интересно, как ты об этом узнал? Было несложно, к счастью, само место ты держишь большой тайной, чем тот факт, что оно существует. Я уверен, что у тебя что-то не вышло с твоей-то знаменитой проницательности. Я нем как рыба. Ты ешь как рыба. Ну ладно. А, собственно, да, у нее тут опять портанские записи, все дела. На этом мы и закончим. На таком вот фоне, который я вообще никогда не понимал. Как можно было сделать такую комнату? Посмотрите, это же ослепительный просто свет, и ни хрена не видно. Как можно так допустить такое? Такое можно сделать только намеренно, как я думаю. Ну ладно, в общем... На этом мы и закончим, так что если вам понравилось, вы знаете, что делать. Группа ВКонтакте в описании к видео, вступайте в нее. С вами был Сет, до свидания.